Уважаемые земляки, приближается миг, который перевернет страницу истории, что мы написали вместе в уходящем году. Он прожит достойно. Это был год больших и малых побед. Хочу сердечно поблагодарить вас за то, что мы были вместе. Наши успехи стали возможны только благодаря тому, что мы любим нашу родную землю, и нам не безразлична ее судьба. Наступающий год – это новые планы, новый старт. И вместе нам под силу любые задачи. Дорогие друзья, пусть в наступающем году все надежды и мечты станут реальностью. В вашем доме царят тепло, уют, любовь и праздничное настроение. От всей души желаю людям старшего поколения, чтобы вы были окружены заботой и вниманием близких, молодежи, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях. А нашим маленьким саратовцам желаю самых ярких впечатлений и исполнений всех заветных желаний. С Новым годом, дорогие земляки! Здоровья вам, мира и благополучия! С праздником!